Преступление и наказание. Неудачную попытку ограбления совершил 22-летний одессит. На железнодорожных путях между платформой Дальницкая и станцией Одесса-Застава-1 он вырвал сумку у 51-летней женщины, при этом нанес ей телесные повреждения. Потерпевшая незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям. Встановивши обставини злочину, відслідкували можливі шляхи втечі зловмисника і завдяки прикметам, які надала потерпіла, протягом 5 хвилин затримали його на залізничних колях біля Дальницького переїзду. При затриманні правопорушник чинив опір працівника міліції і намагався втекти під вагони. Как пояснил милиционерам задержанный, деньги ему нужны были на операцию для сестры. Выяснилось также, что полгода назад парень получил 3 года условно за кражу металлолома. Сейчас следствием проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений. Если вы пострадали от действий этого человека, просьба звонить по телефонам, которые вы видите сейчас на экране.